короче, вот. Просто нас маркером закрашивали на поляне и на острове. Ебать, я вечно побеждаю, все враги хотят рыдать. Что за вот, блядь, песни? Раньше какие были песни, сейчас какие? Деньги, они несут мне власть. Сука, блядь, надоело мне этих скриптонитов и фараонов слушать. Я же колка не работает. Сука. Секундочку, пожалуйста. Плохое дело сделаем. Накрути. Мне не нравится эта песня. У меня две татухи. Да, она любит чавкать. Ой. Он не верен, как овчарка. Что я нехорошая. Можно я переключу песню? Нет, сука, я очень часто, очень редко говорю, кстати, не знаю почему. Вот бля, это бля. Словом бля можно выразить все свои эмоции. И словом пиздец. Вот реально, это два слова, которым я могу выразить просто вот эмоции за всю свою жизнь. Просто пиздец, бля. Вот татушки у меня вроде вот здесь и на ноге вот здесь. Ну, не знаю, я на самом деле не посоветовала бы идти никому на Дом-2. Там только очень сильные люди могут долго продержаться. Не знаю, полгода на самом деле. Полгода, если по времени, которое просто вне периметра, то это полтора года. Потому что день за три там очень долго идет время. Я реально как будто просто на 2,5 года пропала, блядь. Ты вернешься потом... Кстати, я видела много, где пишут на сайтах, что, типа, я ушла по своему желанию, поэтому, типа, я могу вернуться в любой момент, когда захочу. Я могу, но зачем? Вот зачем? Что мне там делать? Ой-ой-ой. Просто, знаете, туда приходят люди, вот самое обидное, знаете что? Приходят люди, месяц проходит, да, они уходят, накручивают себе подписчиков в Инстаграме и делают рекламу на этом. Блять, извините, когда у вас статистика маленькая, ну ёбаный в рот, ну серьезно, что ли? Тупая песня, ёб вашу, можно я переключу музыку, пожалуйста? Секундочку. Что? Потом вызовем такси. Нет. Мы загуглим. Пчелы? Никогда. Я максимум, может быть, там появлюсь на выходных, на каких-нибудь. В караоке? Ой, я в караоке позавчера была. Зачем-то. Так вышло. Нет, я с подругой живу. Вдвоем живем. Ой, чуть не упала. Споткнулась об свою же ногу. Уровень везения. Лера. Все, я устала держать телефон. Кстати, прикиньте, у меня, короче, когда телефон перегревается, у меня, короче, есть привычка. Я, короче, ставлю его вот сюда вот, вот сюда вот. Здесь, короче, щель, и здесь холодно. Я про телефон забыла. Беру телефон, он, сука, ледяной, как... Он ледяной, как лед. И просто капец. Я думала, что обычно на айфонах пишется, короче, типа... Слишком высокое, что-то слишком очень холодно. А, нет, это когда жарко пишут. А когда очень холодно, типа, он вырубается. Ну, у меня вырубалась шестерка, по-моему. Вот. А сейчас он просто леденющий, блин, капец. И не вырубился. Ну, уже все нормально, наверное. 7+ у меня пока что. Такая хорошая девочка была на доме. Во что? Я вспомнила, блядь, как я на что? Где? А. Потеряла. Почему у нас тряпка посередине коридора лежит? Почему я матерюсь сейчас, а не материлась? Куда приедет? Ты что, глупая? Я тебе говорю, не вызывай такси. Отмени такси. Сейчас я тебе скажу, почему. Я сказала в магазин, а потом вызовем.
сука, делает всем своим видом, что пиздец недовольна, блядь. Я и раз... Вот, сука, бесишь, блядь, пиздец. Надо монтажку купить. Так, все. Носки, носки. Что я, какие сегодня носки надену? Белые, новогодние, серые, черные, какие? Ой, красивые трусики. Не бойся. Наращивать? На самом деле я не знаю, потому что мне сейчас нельзя, мне кажется, наращивать, поэтому я клею пучки. А где мои носки все? Куда я их дела? Носочки мои. Ай, ой, ой, падает, падает лифчик. Падает. Сейчас, ну, а вот, шла. Что, Лера, да, я слушаю. Я слушаю. Ой, какая у тебя ледяная сумка, капец. Ты была на доме 2? Привет, блядь, доброе утро. Я, наверное, сама по себе хорошая девочка, да, очень хорошая. Блин, мне уже Богдан пишет. Потерял пупсик. Спрашивает, где я. Блядь, как сложно, когда ноги носки. Ножницы нужны. Блин, больно аж сразу. Так. Что? Скажи, пожалуйста, сколько получал на доме 2? Этого я не могу говорить. Где ножницы? Куда делись? А зачем? Носки открыть? Я не могу. Не получилось. А куда ножницы? А вот же... А что они тут делают? Можно окончить, пожалуйста? Все. Ой. Ой-ой-ой. Оплячик. И все. Вот. И все. И носочки готовы к ношению. К изношению. Все, пошли. Сейчас носочки надену. Носочки надену сейчас. Куда собрались? В магазин. По делам. Сегодня пятница. Надо выполнить миссию. Сука, завтрак первой паре. Ангелина! Ты меня портишь. Как старосту. Пиздец. Старосты больше нет. Староста больше не примерная девочка. Когда она ей была? Пиздец! Сегодня такая долгая лекция была, Ангелина, ты не представляешь. Уф. Ты переписал? Да, пошли. Да. Все вокруг манекены. Паспорт. Наушники. Я не хочу брать сумку с собой. Ты берешь сумку? Ты молодец, держи. Так, у меня... А ты мой паспорт? Твой паспорт у тебя в кошельке. Блядь. Однозначно, чтобы потерять, поэтому я их не возьму. О, хотите? Я знаю, что правильно хотите, поэтому не въебывайте. Короче, просто настроение летом. Хоть где-то симпатичная. Так, значит. Подожди, я кроссовочки надену. Надежа. На курточках, сука, прямой эфир веду. Я случайно не вижу, что вы напишите. Блять. Хочется прочитать, но не получается особо. Все вокруг манекены. Идемте, да давай. Ой, блядь, восточные сказки. Так, все взяли. Чем, да? Ты мне строишь глазки, да. А ключи. Нет, плойку я не выключала. Посмотри, плита выключена или нет. Окошки закрыты. Все, тогда можно идти. А, ключи лежат вроде на подоконнике. Но это не точно. Все, ты готов. Опа. А, не, нихуя не готова, я не надела. Куда опять собрались? Я тебе в директ напишу. На кого учишься? Таможенное дело, экономика. Подержи вот так вот, а.
так не урони, пожалуйста, вот так держи. Так, не холодно в кроссовках, а кто пешком по улице ходить будет? Ну, идти-то полминуты. Так, сигареты. О, блядь, еще одну пачку нам не хватит одной. Да вот, вот здесь мало осталось, я тебе говорю. Блядь, да не хочу потом магазин пустить. Ну, зажигайся. Зажигалка. Ёпта. Я спать. Кто, ты? Сука. А, ее нету здесь. Ой, я знаю, где зажигалка есть. У меня вот здесь вот лежала. А, нет, нифига нету. Не здесь. Сколько осталось учиться? 2 недели и 1 день. Лера, вообще не отвечаешь, скоро все обидятся. Потому что я ищу... А, купим, ладно, точно, магазин, господи. Блять, 8 зажигалок в доме было. Где все, блять, куда они деваются? Самое, что, блядь. У меня, кстати, очень часто теряется белье. Вот, вот, вот что не говорите. А, нет, надо здесь оставить свет. Ключи. Вот, блядь, я не могу. Можно, пожалуйста, моей подруге деньги на лечение скинуть, а? Выходим в подъезд, блядь, курить без сигарет, садимся обе. Сидим, короче. Я говорю, Ангелин, типа, дай сигарету. Она говорит, я думала, ты мне дашь. Что ты делаешь? Сил не хватает. Так, ох, ё-моё, кроссовки была плохая идея. Ну, ладно. Так, куртка классная. Спасибо. Мама, где у тебя? В челнах, мама. Не кричи, соседей разбудишь. Сука, у нас соседка такая шлюха. Блядь, я ее ненавижу просто. Понимаете, мы сегодня днем спим, значит. Она, сука, она стучалась к нам раз миллиард, наверное, сегодня за весь день. Сучка. Просто, это бабка. Она на нас орать начала, короче, с первого дня, как мы переехали сюда. Не курите в подъезде. Я уже, блядь, разрешила курить в квартире нам. Все уже, курим в квартире, хули ты к нам долбишься, по голове себе постучи, блядь. Просто ужас какой-то. Куда идем гулять? Да вот в институт решили зайти. Просто так захотели, блядь. И не ходим по утрам, решили ночью зайти, блядь. Я просто ручку забыла, да там. Очень нужна. Ох, ёпта, холодно. А, что? С кем ты там пиздишь? Ты что, блядь? О, как холодно. Где сейчас? Рядом с институтом со своим. После 9 класса ушла, нет, после 11. Сейчас я на первом курсе в университете. Не в шараге, блядь. Я не ПТУшница вам какая-то. Я отучилась... И, кстати, у меня даже вроде пост есть о том, что я отучилась 11 лет. Ёпта, блядь. Мат на мать попросит, тебя детки тоже смотрят. Где меня детки смотрят? Если меня смотрят детки, то они уже не детки. Почему матом ругаешься, а в доме 2 нет? Потому что в доме 2 штрафы за мат. Вы знаете, как сложно, когда в душе ты алкоголик и сапожник, а наяву ты принцесса. Все, друзья, так.